Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 26 марта 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области прошла не совсем спокойно. Была у нас одна воздушная тревога. Началась она в 2.20 и отбой дали в 3.49. Причина воздушной тревоги – это шахеды летели на область. Вот в направлении города шахедов не было. И в городе, в принципе, все было тихо, никаких взрывов не звучало. Значит, помимо шахедов, ночь была неспокойной в плане погодных условий. У нас был очень сильный ветер ночью, просто шквальный. Такое ощущение, что над домом что-то летает, завывало с такой силой, что такое ощущение, что пролетает какая-то ракета. Вот. Ближе к утру более-менее погода успокоилась, но все равно ветер остается сильным. Прохладно, пасмурно, дождливо. Такая вот у нас погодка сегодня. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. Берегите себя и своих близких и обязательно реагируйте на сигнал воздушной тревоги. Всем мирного неба, до встречи, пока.